Хотя гречку с бараниной можно приготовить и на сковороде, я предпочитаю делать ее в мультиварке. Мясо становится вкуснее, ароматнее, гречка более нежная, да и забот меньше. Для приготовления вкусного и сытного обеда или ужина вовсе не обязательно стоять у плиты, можно нарезать продукты и скинуть их в мультиварку. Все просто приготовится и еще останется горячим до возвращения домой всех домашних после работы или других занятий. Итак, приступаем к приготовлению гречки с бараниной в мультиварке. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Баранина 1 кг, гречка 1 стакан, масло растительное 4 столовые ложки, лук 2 штуки, пучок зелени 1 штука, чеснок 2 зубчика, соль, перец по вкусу, количество порций 5. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачи, друзья, заходите.